21 сентября на сцене Казахской государственной филармонии имени Жамбыла впервые выступят джаз-исполнители из Литвы. Для алматинцев этот вечер сыграет Эджидиус Бойс Квартет. По словам организаторов, главная цель мероприятия – познакомить казахстанцев с основным направлением литовской джазовой музыки. Начало концерта – 18:30, стоимость входного билета – 1500 тенге. Чего хочет человек, потерявший единственного брата? 26 сентября в кинотеатрах Алматы начинается показ долгожданной картины казахстанского режиссера Талгата Жаныбекова «Джокер». Это первый отечественный фильм, снятый в черно-белом формате. Боевик с долей мистики расскажет историю о молодом парне Чине, потерявшего единственного брата. Поняв, что правосудие бессильно, он решает самостоятельно наказать обидчиков. Осуществится ли его план мести, узнаете, посмотрев фильм. Его продолжительность 107 минут. Сегодня я почувствовал, что могу все. «28 сентября во Дворце Республики состоится концерт легендарного театра юмора «Тамаша». Его основал заслуженный деятель культуры Лукпан Есенов больше 30 лет назад. За это время театр юмора и сатиры не только завоевал любовь и признание казахстанцев, но и стал визитной карточкой страны. Артисты труппы дарят зрителям веселый смех и приятные эмоции не только на родине, но и за ее пределами. Начало концерта – 18:00. Стоимость входных билетов варьируется от 2 до 7 тысяч тенге.